Уважаемые товарищи, как мы с вами и договаривались, и было объявлено на прошлой неделе, что на этой неделе мы основательно займемся вопросами лечения людей. Подчеркиваю, лечения людей, а не борьбе, как у нас принято говорить, с ковидом. Мы очень широко сегодня собрались, чтобы не дергать руководителей регионов и специалистов. Мы договорились, что они будут на месте в своих регионах, а мы с действиями правительства и специалистами в зале Совета Безопасности обсудим некоторые вопросы, актуальные для здравоохранения. Я так понимаю, Дмитрий Леонидович, у нас здесь присутствуют в зале все здоровые люди. Вы их на карантин посадили перед встречей с президентом, ПЦР-тесты сделали? Нет. А как-то так, вы пришли к главе государства, к президенту, а он же один в Беларуси, и не проверили здесь присутствующих. Что это за отношение к тому, в чем вы меня постоянно убеждаете? Я не зря вам задал этот вопрос, Дмитрий Леонидович. Вы правильно сделали, потому что у нас это не принято. Хотя во всем мире к президенту люди не заходят. Без карантина, я не говорю проверенные. Я это специально задал вопрос, чтобы задать следующий вопрос. Если вы к президенту, открыв ногой дверь, заходите, так зачем же вы издеваетесь над людьми? Если к президенту вы свободно заходите, у меня действительно ни один человек никогда не спрашивал, у него вакцинирован, нет, ПЦР-тесты не делали. Ну, одна Качанова возмущалась всегда. Как так, президенту идут, но она ответственна по Минску, а Дворец независимости в Минске, она всегда возмущалась. Ну, повозмущается и сама уже приходит без тестирования. А почему людей тогда напрягаем? Почему подняли гвалт на всю страну? Почему милицию мобилизовали на проверки масочного режима, щупаете везде, даже женщин не щадя? А где этот министр? Я же вас предупреждал. Вам что, нечем заниматься? Вы почему закон нарушаете? У нас нет закона такого, который дает вам право ощупывать, осматривать и ловить людей и снимать намордники. Вы кому подыгрываете? Так уже, если лечите, то лечите как следует. Начиная от этой зоны и заканчивая везде на улицах, Дмитрий Леонидович. Подняли бучу на всю страну. Я думаю, губернаторы нас услышали. А то вот я смотрю, в Бресте уже штрафовать начали и уже силой коленом на грудь заставляют вакцинироваться. Я же вас просил, не допускайте этого. Вот сейчас они мне сидящие там специалисты в масках, которые здесь сидят, это их право. Я никого не заставляю. Черчилль ко мне приходит, никогда маску не одевает. Господь с ним. Пеневич приходит, маску в приемный бросил и зашел. Я никого не заставляю, это ваше право. Если человек больной, тот же Пеневич, допустим, заковидил, он никогда к президенту не пойдет. Так должен поступать каждый житель нашей страны. Тем более, что мы темним перед людьми. Мы же не все знаем об этой болезни. И каждый человек должен распоряжаться своей судьбой так, как он считает нужным. Но мы об этом сейчас поговорим. Видите, людей они начали штрафовать. Кто вам дал право это? Где, в каком законе написано, что вы имеете право штрафовать людей? У нас в Гомельской области... Вот спросите у Субботина и у министра, коров по ночам режут и продают в Россию. Справиться не можем. А милиция у него масочников ловит. Не дай бог, ты мне не выловишь эту мразь в течение 2 недель. Распоясались, дальше некуда. Мы неоднократно встречались с вами по поводу противодействия заболеваниям сегодняшнего дня. Конечно же, прежде всего, ковида. Все говорят, что 4-я волна. Но мы же с нынешним министром не раз обсуждали, когда у нас была спокойная ситуация, что мы к этому придем. И мы к этому готовились. И он был всегда этот вопрос на контроле.
в том числе и президента. Если мы публично не рассматривали этот вопрос, не значит, что он был не в теме. Я это к чему говорю? Промониторили так называемый интернет. Ну, про бешенство я уже вам сказал, что люди бесятся, кто-то возмущается, кто-то требует, но уже вопросы. А где наш президент? Слушайте, я каждый день в телевизоре отчитываюсь перед людьми, чем я занимаюсь. Я же не могу каждый день с утра до вечера заниматься лечением людей. Для этого у меня есть целое министерство и тысячи в белых халатах, не в грязных, не в черных, а в белых халатах людей. И если мы не добрали зерна и кукуруза хорошая, то надо перекрыть недобор этого зерна кукурузы. И надо было вовремя посеять озимое. И это тоже должно быть в поле зрения президента. И санкции вроде бы нам ввели. Я тоже должен быть в теме и заниматься этим вопросом. И тысячу таких вопросов. Детский сад, честное слово, не страна, а детский сад. Президента потеряли. Ах, он не лечит людей. Хорошо, с завтрашнего дня начну лечить. Но что это за поведение людей? И это же наша вина, Дмитрий Леонидович. Это же мы всполошили людей. Своей болтовней, своими разговорами. Напрягаем, перенапрягаем. Но лучше же не стало. Лучше же не стало после моего поручения вам и губернаторам займитесь спокойно в регионах лечением людей и мероприятиями. Какие только драконовские методы вы за это время не увели. И что, лучше стало? Да нет, ничего не лучше. Дмитрий Леонидович, нам надо лечить людей, никуда не денемся. Никакие маски, никакие даже вакцинации, я не против этого, нас не спасут. Нам надо лечить людей, набраться терпения. Если мы будем эффективно работать, поверьте, в течение месяца мы придем, ну не к нулю, то к минимуму. А не будем лечить людей, все займемся политикой ковидной и антиковидной, доведем народ до бунта, вот будет как в Европе. Самый яркий пример – братская Россия. Но я же знаю, насколько они напряжены, и там и перчатки, и маски, и чего там только нет. И все равно подъем. И подъем больше, чем в Беларуси. Ну так вы смотрите на мир и делаете соответствующие выводы. Ну хорошо, давайте сверим часы и посмотрим, что мы сделали и что делаем на сегодня. Что нам еще не хватает? Первое. Ресурсный потенциал здравоохранения. Конкретные проблемы, с которыми столкнулись. Что сделано и какая нужна помощь. Это главное. Будет система работы здравоохранения, будут врачи, заточены под лечение людей, мы это преодолеем. Второе. Уровень, ожидаемый к зимнему периоду заболеваемости населения ковидом. Какие первоочередные меры по противодействию распространения предпринимаются? Как проходит вакцинация населения? Еще раз хочу подчеркнуть. Несмотря на мое негативное, жесткое отношение к напряжению людей, маски эти и прочее, вакцинироваться нужно. Я никогда против этого не был. В противном случае, на ваших же глазах, особенно министра, зачем я с Путиным договаривался, чтобы мы получили этот спутник? Надо говорить о том, что президент был против вакцинирования, нет. Но чтобы я абсолютно был убежденным человеком в этом плане, нет. Но я не специалист. Я не могу запрещать вакцинировать людей. Но и напрягать вы людей не будете. Каждый должен убедиться, быть убежденным. Вон мне докладывают на одном заводе, не буду его называть, в Минске. Доплатили людям по 100 рублей. 99% пришли и вакцинировались. Я, конечно, против того, чтобы люди покупали свое здоровье за деньги. Но это право людей и того руководителя. Он им заплатил, но он их не напрягал. То есть разные варианты, в отличие, там, допустим, от Брестской области, который с саблей ходит по Бресту и Брестской области и размахивает. Возможно, и другие губернаторы себя так ведут. Но это мы отстроим мгновенно.